Добрий день, шановні телеглядачі! З вами передача «Ваше право». Останнім часом в Україні було здійснено чимало юридичних новацій в сфері розвитку України як морської держави та окремих регіонів, зокрема. Втім, більшість цих положень досі носять декларативний характер. Проте, як перейти від слів до вчинків, від обговорювання ідей до їх реалізації, може порадити наш гість. Капітан дальнього плавання, професор кафедри морського права Національного університету Одеська юридична академія Кузнецов Сергій Олександрович. Добрий день, Сергію Олександровичу, вітаю у студії. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, з якою ідеєю в сфері розвитку Одеси як морського міста, України як морської держави ви працюєте? Во-первых, я хочу поздороваться с нашими телезрителями. Во-вторых, я хотел поблагодарить администрацию вашего канала, вашей передачи «Ваше право». Ну и в-третьих, сообщить то, о чем вы спрашиваете. Итак, основная идея. Вы только что сказали о внедрении. Наша тема, откуда началось все это, в 2012 году прошел тендер Министерства освіти і науки України, на котором выделялись бюджетные средства на производство, на проведение научно-исследовательских работ. Наша кафедра предложила ученому совету университета Одесской юридической академии, нас поддержал ученый совет, вынесли на тендер в Министерство освіти і науки, и мы получили право разрабатывать тему. Тема называется «Инновационный организационно-правовой механизм создания и функционирования коммунальных пароходств в Украине». А если можно простіше для глядачів, что под собой разумеется в этом проекте? Первое. Инновационный. Что такое инновационный? Мы должны были придумать новацию и внедрить эту новацию, и тогда получается инновационный механизм организационно-правовой, ну, поскольку мы юристы, мы должны были дать правовую основу или правовые основания и процедуры реализации вот той идеи, которую мы предлагаем к исполнению. Ну, а тем более сейчас ревизионные комиссии как раз и говорят, КРУ, контрольно-ревизионное управление, говорят о том, что мы будем засчитывать расходование бюджетных денег только тогда, когда будет внедрение. Вот если внедрение. То есть то, что мы придумали, это одно. А вот если мы внедрим, то тогда посчитают, что мы работу выполнили. И ну, что же вы плануете запровадити? Новация. Что мы предлагаем? И вот здесь мы, я еще раз подчеркиваю, что я благодарю вас за то, что вы пригласили. Ваш тезис, ваше право, это как раз та основная идея, с которой мы и решили поработать, и, в общем-то, нам кажется, что нам это удалось. В чем состоит идея вашего права? Мы начали с того, что в феврале 2013 года был круглый стол. Этот круглый стол был в департаменте морской и речной политики Министерства инфраструктуры. И вот на этом круглом столе прозвучала такая фраза: уважаемые коллеги, пожалуйста, давайте возрождать флот, но, пожалуйста, реальные программы давайте. Что-нибудь такое, что может быть реализовано. То есть это был намек на то, что за время существования независимой Украины правительство не давало деньги на флот. И, в общем-то, в ближайшее будущее денег не будут давать. Но лозунг «Украина – морская держава» остался. Причем все, ура, Украина – морская держава. Вы знаете, вот у нас даже по Одессе проводились такие исследования. Украина – морская держава или держава у моря. Мы решили опуститься чуть ниже. А Одесская область – это морской регион или не морской? Сдается еще так. А если еще чуть-чуть ниже, а Одесса – это морской город или приморский? Не было еще человека, который бы сказал: нет, приморский, и что я, Одесса, все морская. Ну и мы опустились практически к членам территориальной громады, к жителям города Одессы и спросили: скажите, а вы моряки, жители города Одессы? Та вот песня, что в Одессе все девчонки немножечко морящики, а мальчишки уж точно моряки. Мы получили этот ответ. Мы провели
21 сентября во Дворце моряков мы провели общественные слушания, где мы спросили у одесситов, а как вы считаете, Одессе нужно пароходство, то есть предприятие, которое будет работать в сфере предоставления услуг на транспорте, морские транспортные перевозки. И мы получили четкий ответ «да», Одесса «да». Вот говоря о реализации этой программы силой одесситов, мы обратились к Конституции. В Конституции Украины есть раздел, который называется «Местное самоуправление». В определении Конституции местное самоуправление – это есть не что иное, как право территориальной общины решать самостоятельно вопросы местного значения. Вот мы и спросили, а как вы считаете, члены территориальной громады, создание пароходства – это вопрос местного значения, это ли вопрос дяди из Киева? Вы сказали, конечно, местного. А раз местного, значит… Это ваше право, право членов территориальной громады самостоятельно решать вопросы, которые представляют интерес для членов территориальной громады. А взагалі, чи є різниця між нашим правом як окремого громадянина та нашим правом як учасника Одеської громади з участі у, скажімо, муніципальному пароплавстві як формі відродження українського флоту? І так, прежде чем отвечать на этот вопрос, я... С чем мы встретились, говоря и излагая нашу идею, объясняя нашу позицию, с тем, что мы знали, что все разбираются в политике, мы знали, что все понимают в футболе, но мы никак не знали, что все до единого понимают, что такое муниципальное пароходство. Что ж это такое? Так вот, выдумка художественная, муниципальное пароходство – это художественная выдумка, это не юридический язык, это не то, чем должны мы пользоваться. Есть понятие коммунальной собственности и есть понятие коммунальных предприятий. И если муниципальные и коммунальные это одно и то же, то, извините, я не понимаю, тогда это не со мной разговор. Если мы юристы, мы должны говорить жестким юридическим языком. Итак, Конституция Украины говорит о интересах местных и о том, что территориальная громада решать их может самостоятельно, материальной и финансовой основой местного самоуправления являются материальные и финансовые объекты местного или коммунальной собственности. Вот так говорит Конституция, дальше так говорит Хозяйственный кодекс. Он говорит о унитарных коммунальных предприятиях. Унитарное коммунальное предприятие. Если вы так понимаете и так говорите, и называете это муниципальным пароходством, то вы говорите совершенно неверно. Угу. То есть это неправильно. А как же правильно? Правильно будет вот так. Мы ратуем за что? За совместное коммунальное предприятие. Ну, если есть на такие права, и особенно хозяйственного права, они сейчас уже повторят то, что я сказал. Есть унитарное коммунальное предприятие. Это предприятие, уставный или капитал которого составлен исключительно на объектах права коммунальной собственности или на коммунальной собственности. Да? Но ни один из хозяйственников не подскажет, скажите, а если существует интерес у двух территориальных громад? Вот, собственно, в Конституции говорится о совместных интересах территориальных громад, которые входят в состав данной административно-территориальной единицы области или района в области. И вот по Конституции единственный смысл создания районов в области и самой административно-территориальной единицы и органа местного самоуправления, областной совет, это только для того, чтобы осуществлять управление объектами совместной коммунальной собственности. И вот вопрос, почему вдруг Конституция говорит о совместном интересе и совместной коммунальной собственности, а Хозяйственный кодекс говорит исключительно об унитарном предприятии коммунальном. Ну, в общем, объясняет, это только коммунальное. Это первое. Второе. Мы говорим о том, что наше совместное коммунальное пароходство – это то предприятие, которое будет создаваться по инициативе территориальной громады. То есть жителей нашего Пока города. Пока что про місто Одесу мы говорим. Только об этом, и сейчас перейдем дальше. Это я говорю, инициатор
создание совместного коммунального пароходства – это коммуна или община. Тут тоже интересные переводческие нюансы. Если у нас территориальная община, но имущество коммунальное, не общинное. Ну, играемся мы в слова. Следующее, мы говорим, почему совместное коммунальное предприятие? Да потому что любой здравомыслящий человек, зная, что такое судно, сразу скажет, а где мы возьмем в городском бюджете столько средств, чтобы купить судно? Мы говорим, да, но если совместный интерес Одессы в пароходстве существует, почему не существует такого же интереса в Ильичевске? В Южном, в Белгород-Днестровске, Рени, Измаил. Это все портовые морские города. То есть нужно говорить о совместном интересе как минимум нескольких территориальных громад городских в пределах одной административно-территориальной единицы области. А если мы пойдем далее и загадаем Миколаев, Херсон? Вот этого даже не предусматривает Конституция. Навіть так. Она понимает, Конституция, даже совместный интерес в пределах одной административно-территориальной единицы. А вот совместный интерес двух административно-территориальных единиц наша Конституция не понимает. Тобто це вже розумієте, як державний інтерес, якщо він об'єднує більше, ніж одну громаду. Ну, тут тоже можно, нигде это не написано, можно провести налоги. В любом случае, мы можем говорить сначала о совместном интересе двух областей. Давайте прибавлять Херсонскую область, давайте прибавлять Запорожскую область, давайте прибавлять Донецкую область. А вот о автономной республике Крым так и говорить вообще нечего. Там кругом одни порты, кругом одни портовые города, кругом морской интерес есть. И есть интерес в наличии флота. Якщо я правильно розумію, то у створенні спільного комунального підприємства, пароплавства мають приймати участь не тільки громада, наприклад, міста Одеси, а й окремі громадяни. Чи правильно я розумію? Ви правильно розумієте, але якщо ви будете розуміти, ще от що, є члени територіальної громади, а є органи місцевого самоуправління. Вот то, о чем мы говорили, объекты коммунальной собственности – право управлять принадлежит не территориальной громаде, а только органам местного самоуправления. То есть территориальная громада в лице члена территориальной громады, вот ваше право, не вашего органа местного самоуправления, а ваше личное, как члена территориальной громады, в данном вопросе может быть реализовано только двумя путями. Первый путь – это тот путь, который мы прошли, общественные слушания. Мы выразили рекомендации, предложили Одесскому городскому совету их рассмотреть и поддержать или не поддержать нашу инициативу. И второе, не ждать инициативы органа местного самоуправления, а заниматься этим вопросом самостоятельно. Який шлях ви обрали? Мы избрали путь создания нового публичного акционерного общества. Причем право стать акционером, обладателем акций, принадлежит как отдельно взятому члену территориальной громады, так и органам местного самоуправления, так и юридическим лицам, которые созданы в границах, на территории этой территориальной громады и этой области. И еще поэтому мы говорим совместное. Таким чином, корпоративні права на флот, що буде у цього товариства, може належати як громаді, як юридичним особам, так і фізичним особам, громадянам України, якщо вони забажають цього. Совершенно верно. І іменно этот тезис ми підчеркуємо, і ще раз говорю, це ваше право. Если лично вы, как член территориальной громады, станете обладателем акций, лично вы будете обладать корпоративными правами. Что такое корпоративные права? Наличие корпоративных прав – это подтверждение вашего права на ту часть имущества, которая является уставным фондом и вообще имуществом этого предприятия. Второе, вы имеете право на дивиденды. И третье, самое главное, вы имеете право участвовать в управлении. Если вы внимательно посмотрели, мы в названии «Создание и управление хозяйственной деятельностью».
чем разница? Вот Одесса, облгаз или еще облэнерго. Вы можете что-нибудь спросить, какие у вас там дела, как, дайте мне отчет, я хочу внести предложение? Ни в якому разе. Публичное акционерное общество, отношения, связанные с созданием и функционированием, регулируются в том числе и законом об акционерных обществах, и там записано, обладатель даже одной акции имеет право потребовать и получить ответ на все вопросы, касающиеся управления и хозяйственной деятельности. Кроме этого, все члены, все акционеры имеют право принимать участие в общих собраниях, а общие собрания как раз и утверждают. Да, конечно, смеются. Вы представляете, сколько стоит пароход? Ну, в общем-то, представляем. Самый маленький, только самый, 2,5 миллиона долларов. Самый такой маленький и не свежий. Тобто це приблизно та сума, яку ви плануєте залучити до спільного підприємства? Вопрос тот, который обычно тоже задают. Все задают вопрос, а что вы будете возить? И на каких судах вы будете возить? Не взагалі хочется... про які суми йдеться? Да. Не хочется мне, вот, ну да хорошо, я инициатор, я член научного коллектива, я теоретик и прочее, прочее. Мне легче, потому что в первой жизни я все-таки моряк, я судоводитель, я капитан, я знаю, о чем я говорю. Я не хочу сейчас говорить и давать программу действий, не давать программу хозяйственной деятельности. Вот для создания акционерного общества должно пройти два этапа. Первый этап – учреждение, собственное учреждение. И учреждение акционерного общества должно как минимум пройти на минимальных требованиях, на минимальном уставном фонде. Ну, минимальный уставный фонд – 1250 минимальных зарплат. К концу года это будет 1 миллион 629, ну, мы сказали, 1 миллион 650 тысяч гривен. Это только для того, чтобы нас зарегистрировали. Первое. Мы говорим, нам нужно зарегистрировать. И вот создатели, учредители этого общества на своем общем собрании обсудят варианты. Да, у нас есть 5 вариантов, мы можем рассказать, есть вариант такой, есть вариант такой, есть вариант такой, есть вариант такой. Ну и, в общем-то, последний вариант — это то, что 12 декабря прошлого года прошла международная научно-практическая конференция в Национальном университете Одесской юридической академии, которая как раз была посвящена анализу, то есть мы вынесли на общество, на обсуждение нашу концепцию. И получили заказ, уважаемые коллеги, пора делать юридическое внедрение, пора делать проект нормативно-правового акта. В частности, мы потрудились и сделали. Мы сделали проект закона Украины о государственной поддержке социально-экономического эксперимента по созданию всеукраинского учебно-научно-производственного объединения морского речного транспорта. То есть нас и раньше обвиняли в том же, вот вы муниципальное пароходство Одессы и только. Нет, мы создаем механизм, который позволит создать не одно, не два, а десяток того, что люди называют муниципальные пароходства. Тобто ви розробляєте схему, яка може бути застосована в будь-якому морському регіоні України? Да, с нашим участием. В чем состоит наше участие? В том, что, в общем-то, всем понятно, что морской флот — это деньги. У государства в кабинете министров этих денег мы не выпросим. Нужно как Мюнхгаузену брать и самих себя тянуть за волосы из болота. Условие первое. Если мы считаем, что это нужно делать, вот это целесообразно. И, в общем-то, все споры почему-то никак не проходят первую стадию. Давайте договоримся, что это нужно и это целесообразно. А дальше начнем обсуждать порядок, условия, кто будет участвовать, как будет участвовать. Но первое, и мы уже получили ответ на это. Общественное слушание, нам сказали, территориальная громада города Одесса за поддерживает. И продолжая, 5 февраля уже этого года прошел первое собрание инициативной группы учредителей акционеров общества.
По закону об акционерных обществах, акционеры, которые владеют пакетом акций 5% и более составляющих от общего уставного фонда, имеют право формировать повестку дня общего собрания. То есть, если мы вписываем, рассмотрите этот вопрос, то наблюдательный совет не может отказаться от обсуждения на общем собрании этого вопроса. Плюс, поднимая вопрос, мы даем и проект решения. Ежели любой член, акционер, даже владеющий одной акцией, может участвовать в обсуждении, он не имеет права формировать повестку дня. А вот если 5% собрались, то уже можем. Вот нас как раз 5% собралось, и мы сделали наши проекты решений, которые мы предложим общему собранию акционеров. Тобто активні громадяни можуть ефективно реалізувати своє право на участь у відродженні флоту України. И большое спасибо вам, что у вас есть такая программа. Это ваше право. Никто не принесет, хватит стоять и просить, ну дайте, ну помогите, ну постройте. Это, если это местный интерес, мы можем и должны решать его самостоятельно. Дуже дякую вам. Отже, сьогодні ми спілкувалися на тему відродження флоту за умови активної участі громадян. Маю надію, що поради нашого гостя стануть вам у нагоді, оскільки розкривають, як можна законно, ефективно та вигідно реалізувати ваше право. Дякую за увагу. До нових зустрічей!